«Я стану предателем, как мой отец». Это слова 16-летнего главного героя спектакля «Ганди молчал по субботам». Его представил на сцене Самарской площади Тольяттинский театр «Дилижанс». Постановка рассказывает о том, как распадается обычная семья, и о том, как видит это главный герой. Самарская площадь, мы очень любим сюда приезжать. Очень теплый, душевный театр, здесь очень хорошая атмосфера. История знакомая. Папа ушел к любовнице, мама не знает, как жить после этого. Сестра лишается своей мечты. Дед десятки лет живет на прошедшей войне. А в центре спектакля подросток, которому никто не может объяснить, что делать и что происходит. Дед, ты куда? На войну. Дед, на какую войну? Защищать братьев славян от фашистских захватчиков. Ма, останови его! У нас нет сливочного масла! Он хулиганит, замыкается, а в качестве друга находит девушку с улицы, постоянно молчащую, тоже со своей трагедией. Спектакль, казалось бы, говорит о детских проблемах и обыденных драмах, но в итоге это рассказ о честности с самим собой, об умении слышать других. Мелодическая канва постановки, голосовой бит и акапеллы актеров, которые дают зрителю интуитивное понимание этой драмы. Спектакль о возможности все изменить. И изменить не кулаками, не силой, а как завещал Ганди, добротой и любовью. Я люблю свою дочь, и я хочу, чтобы... Я хочу понимать ее, и я думаю, возможно, в этом спектакле я найду какие-то интересные для себя ответы на какие-то вопросы на свои. Театр – это в первую очередь синкретизм, это несколько искусств в одном, чего не может дать ни музыка, ни поэзия отдельно. Спектакль не оставляет на первый взгляд выхода. Главный герой замыкается, уходит в молчание. Хотя, возможно, это и есть выход из таких ситуаций. Это уже решать каждому его зрителю самостоятельно. Никита Борисов, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.